И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте все-таки разбираться с зажигалками. Как тут лучше все это дело РИК сделать, да? Это уже отдельно без поджигания, да? Так, N-панель, опять же, Screencast Key. Погнали, Shift-A, арматура, Single Bone. Опять же, ставим In Front Viaport Display, чтобы видеть. Так, ладно, пусть стоит. Теперь заходим в Edit Mode. Так, это значит G. Положим, значит, ее на бок. Это будут root кости. Shift D. Эту тоже сюда. Так, эту, значит, у нас G поближе к этой. Так, все по прошлому ролику. Shift D. Выбираем, подгоняем G, подставляем, значит, можно сделать прозрачность. И здесь есть вот такая вот штукенция, да, которую я в тот раз пытался настроить, но у меня что-то не так получилось. Значит, одна кость у нас сюда уходит, на вот эту, значит, нашу запчасть. А ну-ка, G, если мы ее повыше чуть поднимем. Так, теперь эту делаем Shift-D и R, чуть-чуть ее, значит, опустим сюда же, наверное, да, на нашу крышку. Так, вот это колесико я не буду делать, это в прошлый раз сделал, да. Теперь эту косточку на эту штуку, Ctrl-P, Keep Offset. Заходим в Object Mode, значит... Вот эту штуку вяжем на root кость. Делаем post mode. Ctrl-P. Это bone. Так, сразу колесико тоже привяжу, значит, к этой косточке. Ну, чтобы не мотылялось. Так, post mode. Bone. И вот нужно теперь, смотрите, что тут есть. Тут есть вот внутренняя, вот одна, значит, запчасть. И вот у нас есть крышка. Ну, давайте попробуем. Значит, выбираем запчасть, выбираем кости, заходим в Post Mode. Значит, это будет у нас вот эта косточка. Ctrl-P. Bone. Так, да? А крышка, вот это, будет вот эта косточка. Это значит Post Mode. Вот это. Ctrl-P, бон. Тройка на нампаде. Теперь там связка такая интересная, да? В Object Mode выбираем только кости, заходим. Заходим, значит, в Post Mode. На эту косточку, вот эту, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic. Вот ее опять ломает, да? А в Inverse кинематике отключаем всю вот эту хрень и за место таргета ставим эту косточку. Если так, не эту косточку, а ставим, значит, вот эту запчасть. И у нас сразу идет тут натяг такой неинтересный, да? Так, если мы эту кость, значит, видите, я ее когда двигаю, она, значит, эту за собой тянет. Значит, делаем R, она не привязана. Вот в чем вопрос. Теперь в Edit Mode, если я ее привяжу к этой кости, Ctrl-P, Keep Offset, в принципе, она может назад встанет. Да, назад она стала. Ну вот эту кость теперь пробуем R. Ух ты! Крутит, да? Английская A, Alt G, Alt R. Не прокатывает тут такая гадня, да? Значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z.
Заходим. Это мы в Edit Mode. Тогда Inverse Kinematic мы не можем привязать к этой кости, потому что она тоже начинает двигаться. Значит, эту привяжем Так, а что если не париться, да? Так, а если к этой привязать Ctrl, тогда я буду крутить это, и та будет двигаться, да? Ну-ка, Ctrl-P, Keep Offset. А эту тогда привяжу к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Заходим в Post Mode. Смотрим. И вот начинает ее тут бить. Если я поставлю влияние на одну кость, а ну-ка G, переносить могу, Ctrl-Z, а ну-ка R, перекручивать могу, а эта кость будет ли работать или нет. Вот теперь это, так, а ну-ка Ctrl-Z, вот эта косточка должна заработать во, на закрывание. Да слава ж тебе! Тогда... Вот я буду водить, и видите, она вокруг нее крутится. Все это нормально. Но вот эта тогда штука, так, а ну-ка, R, видите, что вылезло. Пробуем, заходим, значит, в Object Mode. И вот эту косточку вводим. Так, а здесь уже связь прям прикольная, что она и тут даже работает, видите, на кость. Ctrl-Z, выберем ее, выберем кости и зайдем в Post Mode и вот эту косточку попробуем, не косточку, а вот эту штуку, а она не передвинется, а эта штука передвинется, но она должна быть тут. Тогда, так, а ну-ка, вот где-то вот так она будет ровно, Object Mode, и тогда крышку можно чуть-чуть сюда, а ну-ка, если эту отвязать, сделать Alt-P, Clear Parent, видите, ее как перекрутило. Тогда мы ее чуть-чуть уберем вверх. Она все равно привязана. Почему? Alt-P, Keep Transform. Потому что она стоит на Inverse Kinematic. Сейчас мы это все дело отрегулируем. Так. А ну-ка, вот эту запчасть мы сейчас Object Mode и, значит, перекрутим. G подставим более, так, значит, в ту сторону на откид. Так, все, запчасть есть, да? Так, прикольно. Эту теперь косточку выберем, нашу вот эту запчасть. Через рентген. И так, значит, нет, наверное, сначала давайте кости выйдет. Вот так, кости вот где находятся. Крышка тут. Object Mode. Тогда и крышку отвяжем. Alt-P, Clear Parent. Вот теперь нормально. Так, теперь, значит, R, G подставляем на линию сгиба. Так, G подставляем ее еще поближе. Вот так, чтобы она потом не вылазила. Теперь, значит, заходим в Edit Mode. В принципе, все нормально.
Заходим в Object Mode, выбираем нашу вот эту крышку, вяжем к нижней. Post Mode, Inverse Kinematic, Ctrl-P, Bone. Теперь в Object Mode выбираем вот эту запчасть, вяжем к этой косточке. Ctrl-P, Bone. Тройка на нампаде. Выбираем Inverse Kinematic и на Target. На таргет ставим вот эту вот нашу запчасть. Заходим в Object Mode, выбираем только кости, заходим по смот, тройка на numpad и смотрим. Так, а ну-ка. Бамс. Все закрылось. Вот так все это дело, значит, можно настраивать. Еще на ту запчасть, которая должна крутиться. Вот на эту. Так, теперь переноска. Все нормально. Все работает. А ну-ка, заходим. Присоединяем Ctrl-J. Тройка на numpad. Заходим, опять же, выбираем кости. Post Mode. И значит у нас вот так все это дело работает. Так, а если мы влияние отключим вообще по нолям, вы видите, что на эту кость она все равно должна влиять. Так что на одну косточку влияние оставляем. И вот теперь вот эта косточка будет у нас сбоку. Или когда откроется, мы ее будем видеть сверху. И вот так она может регулировать, значит, Inverse Kinematic. Так, ладно, есть такая штука. Заходим заходим в Edit Mode. Теперь давайте разберемся с этой зажигалкой. Root кость у нее есть. Делаем Shift. Так, семерка на нампаде. Вытаскиваем E косточку в бок. Alt P Clear Parent G. Подставляем, значит. Вот эту часть можно H скрыть. И значит в Object Mode вот эту зажигалку тоже H скрыть. Alt. Так. Только H скрываем без рига. Риг у нас скрытый в Edit Mode. Так, теперь выбираем единицу на numpad, вот эту косточку. Поднимаем ее, значит, до нашего шарика. Так, семерка на нампаде. Вот эту кость тоже можно аж пока скрыть. Нам будет удобнее так работать. Угу. Делаем ее R. Так, нет, все нормально, правильно. И теперь косточку, значит, вытаскиваем еще вот отсюда. Е. Выбираем вот эти кости, заводим прям в наш шарик. Так, вот еще понять, где у шарика, значит, серединка. Ну, это можно подгадать, выровнять, не проблема, да? Найти его можно. Так, теперь... Эта штука будет шарик наш крутить. Но нам нужно теперь, чтобы кнопка нажималась. И как бы это сделать, да? Можно то же самое сделать. Допустим, единица, тройка на нампаде делаем. А что ж мы делаем? Если она будет опус делать, то будет неинтересно, да? А мы сейчас вот так вот сделаем. Значит, дублируем вот эту косточку Shift-G, подставляем к нашей кнопке. Подставляем к нашей кнопке.
А от этой кнопки, значит, у нас будет Е в бок. Alt P, Clear Parent, ставим ее вот сюда, к этой, к нашей, косточке. И тогда еще одну придется добавить. Это значит, ну, вот эту, Shift D. Повыше можно ее поставить, чтобы видеть. Тогда эта кость вяжется к этой, Ctrl P, Keep Offset. Это остается, и значит, к этой привяжется, вот к этой косточке привяжется кнопка. Ну, вроде как бы так бы, да? Так, а вот это все, Alt-H, Object Mode, так, Edit Mode, Alt-H, и тут возвращаем кости. Вот эти кости все, вот эту, которая управляшки типа держатели Ctrl-P и Offset, крут кости, и тогда вяжем все это дело. Значит, вот это все тело вяжем крут кости вот к этой Ctrl-P, бон, следом заходим, выбираем кнопку, выбираем кости через Shift, Object Mode, Post Mode. Вот эту косточку выбираем. Так, поближе подведу. Вот, вот эту. Ctrl-P. Бом. Следом колесо выбираем кости. Заходим в Post Mode и выбираем вот эту косточку, которая должна крутить все это колесо. Ctrl-P. Бом. Так, теперь нам нужно попробовать все это дело настроить. Выбираем только кости, заходим в Post Mode. Так, и значит вот эту кость. Так, вот эту кость на вот эту Ctrl-P. А, Ctrl-Shift. Нет. Вот так, на Ctrl-Shift-C. Нет, все правильно. Вот эту косточку на эту Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, на одну кость. Тогда вот она работает у нас, кнопка, да? Насколько это правильно, в принципе, черт его знает. Как же она уходит в бок, это с таким же успехом можно, конечно, пользоваться и одной косточкой. Привязать к одной кости и опускать, отключить ей, значит, локацию по двум осям, по трем, и оставить по одной оси, и все, она будет только нажимать вверх-вниз ходить. Ну, как вариант, и это, значит, прикольно, да? И вот теперь, значит, N найдем item и смотрим, локация у нее по Y. Значит, остальные оси отключаем. Ротация. Ctrl-Z. Ctrl-Z. И ротацию по всем сторонам отключаем. Тогда получается, мы вот будем ее только нажимать, кнопку. Еще можно ограничение, значит, лимит distance поставить, чтобы дистанция определенная была, да? Ну, что, прикольно. Так, только вот прикольно-то прикольно, а локацию нужно сначала вернуть. Вот она. Что-то ее сюда аж перевернуло, хотя я ставил другое, значит, русло, да? Так, а ну-ка. А, я ее перевернул вот по этой оси. Во.
Думают, что за фигня. Вот, теперь мы ее выравниваем. И теперь блокируем, значит, все ротейшены. И теперь вот она у нас будет нажиматься. Ну, не... А, еще локейшены. Подождите, еще локацию мы отсобачим. Вот, раз, нажимается, а уже никуда не движется. Прикольно. Так, теперь вот это. Тройка на нампаде. R. Колесико крутится. Ну вот, а там решать, как вот эту кнопку настроить. То ли на одну косточку вам уже, да? Можно одну точно так же поставить, все и заблокировать. В принципе, будет результат тот же, но это как бы прикольный, да? На инверс кинематик. Бэмс, бэмс, бэмс. Все нормально. Так, ну такая информация. Значит, этот файл, кому понадобится, будет в группе для скачивания. Ссылка будет в описании. Все, всем пока, до свидания.